В Россию Toyota Camry пришла всего 2 года назад, а за океаном седан справил премьеру почти вдвое раньше. И поэтому для американской версии пришло время затевать рестайлинг. Хотя по факту дело ограничилось правками форм переднего бампера. Салон пришлось перекраивать под новую размерность экранов медиасистемы. Раньше центральный дисплей помещался под дефлекторами вентиляции. А теперь, когда диагональ стала больше, его пришлось водрузить поверх передней панели. Вдобавок пресс-релиз проговаривает улучшенную отделку и доработанную шумоизоляцию. Плюсом идет новая обивка сидений, а также система, которая напомнит забывчивому водителю, что на заднем диване остались пассажиры. И, конечно, ни одно обновление сейчас не обходится без модернизации ездовой электроники. Так, Camry 1 из Toyota примерила комплекс безопасности Toyota Safety Sense поколения 2.5+. Доработанная электроника лучше распознает автомобили, велосипедистов и пешеходов, особенно в темноте. Кроме того, для стабилизации маневров водителя машина обучена брать рулевое управление на себя. Силовые агрегаты прежние, но есть один любопытнейший нюанс. С 200-сильным атмосферником и 8-ступенчатым автоматом можно заказать систему полного привода от RAV4. У нас, как известно, Camry продаются строго моноприводными. В продажу седаны 21-го модельного года пойдут через месяц-другой. А вот перспективы обновления российской Camry крайне туманны. Хотя более крупные тачскрины нашей Toyota не помешали бы. И еще одна новость от Toyota касается российского рынка. Флагманская версия Executive Lounge внедорожника Land Cruiser 200 пережила легкую модернизацию. Но список обновлений чисто номинальный. Это свежий передний бампер плюс новая обивка сидений и дверей. Зато на разные элементы крузака наконец-то стали наносить идентификатор T-Mark. Это 1000 меток диаметром 1 мм, завязанные на ВИН-код машины. По задумке, множество разбросанных по кузову микроточек упрощают проверку чистоты автомобиля и снижают интерес у гонщиков. На этой неделе Toyota, видимо, решила перевыполнить план по новостям. Японская марка включилась в мировую гонку обновления логотипов. Впрочем, менять форму своей эмблемы Toyota не стала. Шильдик всего лишь стал минималистичнее.